Всем привет! Продолжаем добывать золото на этой богатой шахте. Я здесь обнаружил целую кучу золота, крупные самородки. Это находится очень далеко от моего дома. Уже нашел целое ведро чистого золота. Давайте посмотрим, что находится в шахте. Из нее вот такой вот ручеек бежит. И здесь целая куча золота. Прям все желтое. Давайте зайдем в шахту и посмотрим, сколько там золота. Вот столько золота я уже нашел. Представляете? В самой шахте тоже есть золото. Сейчас перелезу. А здесь крупные самородочки. Я подозреваю, это все падало из вагонеток. Или техника какая здесь ездила, я не знаю. Самородки. Они их, скорее всего, даже не подбирали. Ух ты. Самородки лежат. Самородки. Аж немного страшно заходить в шахту. Самородочки. Очень много самородков. Я далеко не буду заходить. Они здесь все это долбили, взрывали. О, следы остались. Бурили. Бурили, потом закладывали взрывчатку и взрывали. Я думаю, что вот это мелкое золото я собирать не буду. Там намного его больше. Подберу только крупные самородки. А вот такое собирать не буду. Меленькое. Что подниму, подниму. Сюда, наверное, таскали уже, кто здесь был. Громко было. Так. Ну, здесь никого нету. Это находится так далеко, что никто не знает. Ну, кто-то знает, кто-то. Кто-то, конечно, знает и был здесь. Есть следы. Но все золото не собрать. Когда столько много золота, нужно ведро целое. Самородки золота. Ого! Еще, еще золото. Ладно, не будем ковыряться. Тут есть что подобрать. Это не единственная шахта.
Если проедем туда, там находятся еще шахты. Бог ты мой. Вот это да. Вот это да. Самородочки. Сколько золота. Сюда это... Ух ты. Какой-то интересный камушек. Ты, а здесь еще больше. Кто интересуется золотом из камней? Не знаю, видно или нет. Видно или нет. Все блестит. Ну, зачем он мне нужен, если тут целые кучи золота? Самородков. Так, показал просто. Почти полное ведро уже. Представляете? Еще почти полное ведро золота. Еще самородки. Убираю ведро. Видимые крупные самородки здесь подобрал. Осталось только вот такое мелкое. Ну, собирать не буду. Если кто-то хочет, пусть приезжает. Может быть, я приеду когда-нибудь, соберу. Но не сегодня. Ух ты! Какой красивый самородок. Еще насобирал. Смотрите. Он, конечно, маленький, но красивый самородок золота. Чуть не упал. Устал уже. Долго ехал. Целое ведро золота. Опять надо нести к машине. Уже второе ведро полное. Два ведра.
надо отнести, постараться собрать остальные самородки крупные. Ох ты мой! Еще вот забрать надо золото. Это же ужасно тяжело. Вот это я понимаю. Посмотрите, сколько золота. Два ведра. Собираем, по чуть-чуть собираем и такое золото. Но все собирать не буду, поэтому практически все останется. Если кто-то вдруг знает про это место, приезжайте и собирайте эти россыпи золота. Потом ничем себе не отказывайте. Живите счастливо и богато. Собираю потихоньку, вот так собираю перья от голубей. Летают тут. В шахты летают они. Вот столько я уже собрал. И еще золото. Пожалуйста. Много, много рассыпного золота. А вы бы стали его собирать, когда рядом вот такие вот гигантские самородки? Я думаю, что не каждый стал бы тратить время. Но тем не менее, я собрал чуть-чуть. А так его здесь очень много. Чуть-чуть уже поковырялся вот здесь. Красавец. Сейчас пособираю. Сколько смогу, соберу.
Но я сильно не буду заморачиваться этим золотом. Я думаю, что мне на сегодня хватит. Я собрал целую кучу золота. Самое крупное. Россыпи здесь остаются. Так, собираю понемногу вот. Уже сколько золота я собрал. Неплохо. От камушка я, конечно, избавлюсь. Я думаю, что на этом конец, дорогие мои. Сегодня невероятный день. Богатый. Как же можно надорваться? Опа. Горох. Золотой горох. Но это уже покрупнее. Убираем сюда. Загружаемся. Я сюда приехал на неделю, в эти края. Сейчас хочу поехать в другую шахту съездить, посмотреть, сколько золота там. Тоже сниму по возможности. Вот столько золота. Я уже собрал. Как вам? Вот так вот. Три ведра. Три ведра чистого золота. И здесь 20 кг. В этом самородке. Двадцать килограмм чистого золота. Неплохо. Я думаю, что неплохо. Вот столько золота я нашел. Целых 3 ведра. Сейчас буду загружать это в машину. Напоследок хочу сказать несколько слов. Дорогие мои, если вдруг кто-то знает про это место, приезжайте. Здесь еще очень много золота. И в шахте есть крупное. И здесь можно пособирать мелкое. Россыпи. Я думаю, что несколько ведер вы за день смело найдете. Вот это все здесь остается. Я устал. Проехать 1000 километров. Это не так-то легко. И здесь, в этом ручейке, целая куча золота. Вы сможете нас собирать. Собирайте и становитесь богатыми.